Дорогие друзья, Дмитрий Каждан вновь приветствует вас. Сегодня у нас на тест-драйве расческа D24. Вот такая у нас расчесочка, такая вот у нее упаковка с инструкцией по применению, да. Вот такая у нас красивая, да, вот так она у нас выглядит, D24. Давайте откроем. Такая у нас расческа. Это расческа 9 рядка, как вы видите, да, 9 рядов. Чем она отличается от другой 9 рядки, которую я рассказывал в прошлом видео? В том, что она у нас разборная. То есть, если вот так вот потянуть, видите, она у нас раскрывается, да? Для чего она раскрывается? Как вы видите, здесь у нас лежит ребро жесткости. То есть мы его можем вынуть, да? Собрать ее обратно. Вот таким вот способом. Вот, обратно установили. И мы можем ее использовать как вот, как массажку. Видите, она достаточно мягкая сразу становится. Вот, только сразу вам скажу. Используйте ее в основном на короткие волосы, там чуть-чуть так, средний, так, ну, средний бы не совсем, прям вот средний, да, там каре еще можно попробовать ей вытягивать волосы, и то бы я вам, наверное, не советовал, потому что все-таки бывает такое, что даже в каре оно слишком объемное, да, волос очень много, и мастера начинают это каре вытягивать на без ребра жесткости, да, и зубчики могут отваливаться, да, то есть почему? Потому что сильно тянут, да, идет натяжение волос, да, и зубцы начинают выскальзывать, да, вот отсюда из этих дырочек, да, вот из этих, да, и все, зубца нет, да, то есть остается такая вот дырочка без зубца. Вот, поэтому я бы, наверное, все-таки вам советовал сушить ей в основном все-таки короткие волосы, чтобы как бы избежать вот этого ЧП с поломанными зубцами. Вот, если же хотите, чтобы она была у вас пожестче, да, то есть, пожалуйста, вы можете обратно вернуть данное ребро, да, жесткости, установить его обратно. Вот. И, пожалуйста, сушите там и длинный, и средний, и все. И она вот у вас такая вот жесткая. Вот видите, даже не прогибается ничего. Все. Вот. И можете сушить смело, и ничего с ней не будет. Вот. Значит, еще что я хотел сказать. Это тот же самый пластик, который используется во всех расческах US Park, который термозащитный, никакой антистатики не дает. Не плавится, ничего с ним не происходит, потому что он используется специально для строительства шатлов, данный пластик, да, и, соответственно, данной расчески, ну, ничего не будет. Значит, обрабатывать ее я вам все-таки советую нашим спреем для антибактериальной защиты, да, то есть какими-то другими спреями, там, ламп всяких, да, лучше ее не обрабатывать, потому что пластик, увы, может накрыться. Вот, увы, не выдерживает вот эти ламповое какое-то излучение, да, и данная расческа может прийти в негодность. Вот у нас есть специальный спрей, которым можно обрабатывать данную расческу. Значит, еще что хочу вам сказать. Смотрите, данной расческой, даже если вы без ребра жесткости будете сушить, допустим, там какие-то короткие волосы, не пытайтесь ей сильно приподнимать корни. То есть вы, в принципе, можете ей поднять корни, да, но, скажем, не так они сильно все-таки у вас поднимутся. То есть за счет того, что здесь прорезиненная основа, поднять корни будет крайне сложно. Какие-то, да, мастера все-таки под ним пытаются поднять, там говорят, что даже легко получается, ну, окей, если у вас получается, супер, но эта расческа все-таки предназначена для вытягивания волос, эти расчески подготавливают волосы под утюг, да, то есть, если у вас пришли какие-то волнистые волосы, вам нужно их вытянуть, да, то есть, сначала вы должны подготовить
волосы под утюжок, да, то есть вы должны вытянуть сначала этой расческой, а затем вы ее, ну, затем вы просто берете утюг и вытягиваете, потому что очень хорошо вытягивает за счет своей прорезиненной основы вот этой. Вот, поэтому не питайте иллюзий, что она вам поднимет корни. Это я вам сразу говорю. Ну и запрещать, не запрещаю экспериментировать. Вот. Ну, собственно, вот такой обзор, вот такой расчески. То есть она еще продувная, не забывайте, да. То есть, в принципе, можно ее даже и как брашинг использовать, да. То есть вот таким вот способом, за счет своей такой ручки, округлой, да, небольшой, видите, можно даже ей и ее использовать как брашинг. То есть я, бывает, экспериментирую и кручу ее как брашинг. То есть очень удобно. Очень классная расческа. Всем советую. Друзья, будут вопросы, спрашивайте, задавайте, не стесняйтесь. Всегда буду вам рад ответить. Мало ли что-то там недорассказал, не рассказал. То есть пишите, спрашивайте в комментариях. Буду вам очень благодарен. Всегда рад буду вам с вами поделиться. Удачных вам стрижек, хороших вам укладок. И пользуйтесь хорошим, качественным инструментом. И не жалейте на это денег. Спасибо.